Районный суд Омска на 2 месяца арестовал мужчину, который после употребления спайсов выбросил собственного сына с 3-го этажа. Спас ребенка случайный прохожий, который необъяснимым образом поймал мальчика на лету. По словам очевидцев, потом окно закрыли, и мать ребенка совершенно спокойно стала смотреть на улицу. Она тоже в тот день курила спайс. Репортаж Дмитрия Степанова. Головой кверху, ногами вниз, ну и вот так вот пустил его полулежа. Следственный эксперимент в Омске шокирует и следователей, и понятых. 30-летний Александр Лешифай выбросил в окно 3-го этажа собственного сына. 3-летний Антон сейчас в больнице, его спасло чудо. А именно, прохожий Владимир Кузнецов. Он на подоконник встал и кидает ребенка. Я когда вот сюда успел, тут вот так вот подскочить, ногу поставил, я просто его вот так поймал. От удара, видно, я на одной ноге стоял, и вот меня вот закинуло, я упал сюда вот. А ребенок на мне был. Дикая история случилась после того, как глава семейства покурил спайс. Мужчина бросился открывать все окна, боясь задохнуться. Под руку попался 3-летний сын. Прохожие укрыли мальчика курткой и отнесли в ближайшее кафе, куда вызвали скорую помощь. Пришедшему в адекватное состояние отцу предъявили обвинение в покушении на убийство. Вину, конечно, он не признал, но обстоятельства происшествия рассказывают. Действительно, данный случай имел место быть, что покурив спайс, ему привиделось, что в квартиру поступает газ, схватил ребенка и выбросил его из окна. Местные жители шокированы произошедшим. Соседка со 2-го этажа стала случайной свидетельницей падения ребенка. То, что малыш остался жив, считает невероятным везением. Выбросил ребенка прямо вот на снег. Она его только привела с садика. Судя по всему, отец семейства не скоро вернется в квартиру на окраине Омска. Сын успеет вырасти. Сейчас малыш по-прежнему в больнице, на его жизни уже ничто не угрожает. А спасителя Владимира Кузнецова благодарят все жители района за смелость и скорость реакции. Дмитрий Степанов, Андрей Романов, «Вести», дежурная часть.